2008 год на дворе. В то время как строящаяся Бурдж-Халифа перерастает самое высокое здание планеты, все ее население замирает в ожидании запуска большого андронного коллайдера. Сети 4G пока нет, зато в продажу поступил новенький iPhone 3G, который теперь можно купить на только что зародившийся биткоин. А вот что не купить ни за какую валюту, так это 3 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей, привезенных белорусами с Олимпийских игр в Пекине. А в это время в Городее футзальная команда заработала и серебро, и кубок страны, а футбольная успешно ворвалась во вторую лигу Беларуси, закончив сезон на 7-м месте.